Jairadha Madhava Jayakunda Bihari Jairadha Madhava Jayakunda Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jai Giri Varadhari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Giri Varadhari Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Микрофон погромче чуть-чуть сделайте. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Gopi Jana Vallabha Jaya Giri Varadhari Haribo Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravanachari
Яму на цюрава на чару. Руджай рада мадхава. Джая кунджан бихару. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha. Jai Giri Varadhari. Gopi Jana Vallabha. Jai Giri Varadhari. Yashoda Nandana, Braja Janaranjana. Yashoda Nandana, Braja Janaranjana. Yamuna Tsuravana Charu. Yamuna Tsuravana Charu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Jai Radha Govinda. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Shri Shri Radha Govinda ki jai, Shri Shri Gaura Nitai ki jai, Jagat Guru Shri Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Так, читаем Гранта Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 30. Текст. Текст 17. Так, прочитаем санскрит. Дивья варша сахасранам. Дивья варша сахасранам. Сахасрам ахатауджусаха. Сахасрам ахатауджусаха. Самая сложная строка. Бауман Бокшьятха. Бауман Бокшьятха Боганвай. Бауман Бокшьятха Боганвай. Дивьямшчану Грахан Мама. Дивьямшчану Грахан Мама. Дивья варша сахасранам. Сахасрам ахатауджасаха. Сахасрам ахатауджасаха. Бауман бог, бог ятха боган вай. Бауман бог ятха боган вай. Дивьямшчану Грахан Мама. Дивьямшчану Граха Мама. Пожалуйста, попробуйте кто-нибудь.
Дивьяварше сахасранам. Сахасрам ахатауджа саха. Боуман бокшьятха богам вай. Дивьямшчану грахан мама. Дивьяварше сахасранам. Сахасрам ахатауджа саха. Бауман бокшьятха богам вай. Дивьямшчану грахан мама. Пробу кто-нибудь еще давайте. Рискните. Давайте. Дивья варша сахасранам. Сахасрам ахатауджа саха. Бауман бокшьятха боган вай. Дивьямшчану грахан мама. Спасибо. Мата же, пожалуйста. Дивья варша сахасранам. Сахасрам ахатауджа саха. Бауман бокшьятха боган вай. Дивьямшчану грахан мама. Спасибо. Так, пословный перевод. Дивья райских планет. Варша лет. Сахасранам тысяч. Сахасрам тысяча. Агата беспрепятственно. Оджасах ваша сила. Бауман этого мира. Бокшьятха вы будете наслаждаться. Боган удовольствие. Ваи несомненно. Дивьян райских планет. Ча также. Ануграхат по милости. Мама моей. Перевод и комментарий его божественной милости Ачай Бхактивиданта Свами Шива Прабхупада. Шива Прабхупада Киджа. Затем, благословляя прачетов, Господь сказал: «О сыновья царя, по моей милости вы сможете насладиться всеми земными и небесными благами. Всегда сохраняя юношескую силу, вы будете беспрепятственно наслаждаться этими благами в течение миллиона небесных лет». Еще раз прочитаем. Затем, благословляя прачетов, Господь сказал: «О сыновья царя, по моей милости вы сможете насладиться всеми земными и небесными благами. Всегда сохраняя юношескую силу, вы будете беспрепятственно наслаждаться этими благами в течение миллиона небесных лет». Комментарий. Продолжительность жизни, которую определил прачетом Верховный Господь, исчисляется по шкале, принятой на высших планетах. Говорится, что 6 земных месяцев равны 12 часам на высших планетах. Месяц на этих планетах состоит из 30 таких дней, а год из 12 месяцев. Таким образом, прачетам было позволено наслаждаться всевозможными материальными благами в течение миллиона небесных лет. По милости Господа, прачетам была дарована не только долгая жизнь, но и неубывающая телесная сила. Тому, кто хочет прожить долгую жизнь в материальном мире, придется столкнуться со старостью, немощью и сопутствующими им страданиями. Но прачеты могли в полной мере наслаждаться материальными благами всю свою жизнь, поскольку им была дарована неубывающая телесная сила. Как станет ясно из следующего стиха, эта редкая возможность была предоставлена прачетам для того, чтобы они продолжали заниматься полноценным преданным служением Господу. Конец комментария. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шавакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитам ейна бутале сваям рупа кадамахьян дадати свападантикам вандехам шри гуро шита падакамалам
Шри Гуру Вайшнавамшча, Шри Рупам Суграджитам, Сахагана Рагунатхам Витамтам Садживам, Садвайтам Савадхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Радха Кришна Падан Сахагана Валита Шри Вишакха Витамшча, Хей Кришна Каруна Синдху Динабанду Джагатпати Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Тапте Канчана Гауранге Радхе Вриндаванишвари Вришабхану Сут Деви Пранамами Хари Прие Ванча Каупата Рубяща Крипа Синдху Бхайвача Патитанам Паванебхьо Вайшнавебхьо Наму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шривасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намом Вишну Падая Кришна Пришта Бутале Шимати Бхакти Виданта Свамине Тинамине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине Харе Кришна преданные, доброе утро. Заглянул я тут в вайшнавский календарь и понял, что просто какая-то нереальная по количеству милости с сегодняшнего дня начинается неделя. Сегодня у нас день явления Адвайта Ачарьи. Завтра у нас Бишма Аштами. Как я понимаю, это день явления Бишмы. Потом у нас уход Шри Мадхава Ачарьи. Следующий день уход Шри Рамануджи Ачарьи, 16-го Экадыши, 17-го Варахадвадыши, 18-го Нитьянанда Трайодыши, 19-го явление Шива Наратама Даса Такур. Это вообще просто такое редко бывает. Весь календарь вон в кружочках. Только у преданных столько праздников. Неделя, 8 дней праздники. Да, 8 дней. Удивительно. Вот, и мы знаем, что есть различные категории преданных, которые, так скажем, достигли совершенства. Есть так называемые садхана-ситхи, это те, кто... ситха — это значит совершенство, садхана — это следование процессу, да, преданного служения. Вот, то есть есть те, кто достигает совершенства за счет садханы, да, то есть выполняя строго правила предписания. Есть крипа-ситхи, это, соответственно, те, кто обрели совершенство по милости. Ну, это не говорит о том, что они ничего не делали, там просто лежали на диване, смотрели телевизор, и вдруг милость Господа пролилась на них, и они стали совершенными, свободными от всех материальных желаний мгновенно. То есть это говорит, что все равно они выполняли преданное служение, но получили какую-то особую милость Господа. Есть еще нитья-ситхи, это вообще... Те, кто всегда были совершенными, нитья, значит, всегда. То есть они вообще никогда не осквернялись материальной энергией. Никогда вообще. И даже такие преданные нитья-ситхи, они все равно иногда приходят в материальный мир, чтобы здесь выполнить ну, какую-то миссию определенную. Вот. И ну, наш путь, он таков, что мы, да, мы занимаемся садхана-бхакти, да, вайда-садхана-бхакти, то есть следуем правилам и предписаниям, которые изложены в священных писаниях. Но вместе с этим мы также, конечно, милость никуда не откладываем, да, не то, что, ну, такое настроение, да, может возникнуть, что, ну, все вот в моих руках, я вот сейчас просто буду следовать, вставать рано, там, ходить на мангаварати, повторять 16 кругов, и как бы вот только это. То есть нет, милость, она все равно, она и есть, и мы также должны все равно стараться ее получить. Вот, и как раз вот вайшнавские праздники различные — это очень хороший повод, чтобы эту милость попытаться привлечь в свою жизнь, да.
То есть мы можем это использовать как очередной повод собраться вместе, да, послушать Шримад-Бхагаватам, поповторять святое имя, попеть вместе киртан. То есть даже просто сам факт, да, что, что такое вайшнавский праздник, это же не обычный праздник, да? Это праздник, когда преданные собираются вместе и занимаются могущественными ангами преданного служения. Могущественные анги, да, все знают, пять у нас. Саду-санга, Нама-киртан, Бхагават-шраван, проживание в святом месте, храм тоже приравнивается к святому месту и поклонение божеству с верой. Ну, вот пять вещей, которые могущественны, говорится, очень могущественны. Что даже если в одном из них достичь совершенства, это может развить любовь в преданном, любовь к Богу. Вот, и милость, она, в принципе, всегда есть. Ну, зачастую, да, особенно поначалу, нам нужен какой-то повод всегда. Потому что то, что у нас есть этот храм, это уже милость. То, что у нас есть божества Шри Шри Радха Говинды, ну как, что это, как не милость? Это милость, да? В воскресенье как раз вот была лекция хорошая, Гопишвара Прабху. Вот об этом тоже говорили на лекции. Что иногда может как бы это видение затуманиться немножко, что, а, вроде уже как с собой разумеющийся. Да, к хорошему быстро привыкают люди обычно. Поэтому, ну, мы вполне себе это нормально уже принимаем, что есть храм, куча проповеднических программ, поклонение божествам, служи не хочу, столько служения. Вот, и вначале мы как это должное принимаем, а потом уже, ну, как бы, уже, а, что-то как бы служение, это, хочу отдохнуть я. То есть вот так это происходит. Поэтому милость, она есть всегда, но вот нам обычно нужен какой-то повод, чтобы, ну, какие-то усилия начать прикладывать в призвание этой милости, да, в свою жизнь, в свое сердце. Вот. И так как вот дни явления, да, они должны не просто еще поводом таким служить, чтобы собраться, попеть, по Кришна-катху, да, устроить какую-то, но также просто обращение к этим преданным, да, в молитвах, например. И, или медитация на этих личностях, она уже автоматически очищает наше сознание. То есть мы привыкли медитировать, ну, на различные не очень хорошие вещи, да, зачастую. Вот. Но если мы медитируем на святых, да, в данном случае Адвайта Ачарья, это воплощение Махавишну, то есть сам Господь, по сути, то, конечно, то есть мы очищаем свое сознание, то есть процесс у нас постепенный. Не то, что мы сегодня засыпаем, да, там, нечистым преданным, а завтра таких, оп, проснулись чистым преданным. Нет, постепенный процесс очищения. Вот, и наш принцип, да, это принцип именно вот парампары, то есть мы не стремимся же, ну, напрямую Господу служить, то есть это происходит через преданных, через духовного учителя, через тех, кто близок Господу, то есть есть такая история рассказывается, когда вот Господь Шива, он супруге своей Парвати, он использовал такое слово тадием, то есть это то, что дорого Кришне, вот, и что настоящий, как бы, преданный, он именно вот служит тому, что дорого Кришне, не стремится. Вот, поэтому, вот, ну, по крайней мере, наша, да, сампрадая, она культивирует именно такое настроение. А поэтому это также нравится Господу. То есть, когда мы почитаем его преданных, когда мы оказываем, да, почтение не только ему, а еще вот именно тех, кто близок ему очень. Вот, и сегодня вот такой день явления Адвайта Ачарьи, пост до полудня. Вот, может быть, не такое радостное событие, как сам день явления. Подразумевается, что пост — это помогает нам высвободить время для духовной практики. Ну, потому что ни для кого не секрет, да, сколько выходит время, но это ж надо приготовить просад, да, там раздать, принять его. Ну, это все время. Посуду помыть потом. Брамачари не знают весь этот процесс, какой он емкий, особенно когда готовится на большое количество людей, сколько всего надо помыть в процессе приготовления, потом после еще. Вот все это занимает время. А тут, пожалуйста, как бы ничего, не надо об этом заморачиваться. Можно это время посвятить. Вот Вриндаван Бихари Прабху сегодня уезжает. Можно продолжить его традицию киртанов, например, да? Вот 9 часов. Там будет, например, можно попеть вместо завтрака. Ну, можно, конечно, другими делами позаниматься, но есть выбор, по крайней мере, всегда есть выбор. Вот, и Адвайта Ачарья, как мы сказали, это уже, ну, это воплощение Махавишну. Так,
Shri Shri Radha Govinda Ki Jai, Shri Shri Goranitai Ki Jai. Вот, и, ну, может быть, кто не знает, Адвайта Ачарья, он, у нас нет большого изображения Панчитатвы, есть маленькое рядом со Шри Шри Горанитай, это вот, который такой самый, нельзя материальную мерку, ну, старый, как бы, с бородой такой седой. Вот, это Адвайта Ачарья. Говорится, что он родился в 1434 году. То есть это говорит о том, что еще задолго до прихода Господа Чайтаньи он родился. То есть спутник, который уже присутствовал на планете, а потом Господь Чайтанья пришел. То есть за 50 с лишним лет до Господа Чайтаньи, вот он грехастха, семейный человек. То есть нормально все. Ну, то есть еще раз подтверждает, да, что чтобы быть совершенным, достигать совершенства, да, нужно именно, чтобы преданное служение было в центре, да, не какой-то ашрам. Мы ставим прям в центр и вот говорим, что вот только это гарантия какая-то прогресса. Вот, он жил в Шантипуре большую часть своей жизни, это недалеко от Майпура. И он уже до прихода Господа Чайтаньи, Адвайта Ачарья, он уже проповедовал науку чистой преданности. И самое, ну, как бы, вот, это, пожалуй, самое важное, потому что даже его имя, вот это Адвайта, да, оно значит, что он недвойственный. То есть недвойственный значит духовный, то есть значит не отличный от самого Бога. И Ачарья — это значит тот, кто учит своим примером, то есть он духовный учитель также, является духовным учителем. И недавно я слушал одну историю интересную, такую, что, ну, Господь Чайтанья, он собрался саньясу принимать. И представьте, что такое для матери, когда сын принимает саньясу. Ну, это все значит, ну, сына потеряли, потому что его дома точно не будет, он будет постоянно проповедовать. И Шачидеви, она начала винить в этом Адвайта Ачарью. Она сказала, это все из-за Адвайта Ачарьи, потому что он проповедует моему сыну постоянно науку чистой преданности. И вот Махапрабху, он вдохновился и все, решил, ну все, надо саньясу принимать и проповедовать, надо спасать этот мир. Вот, и она начала винить Адвайту Ачарью, говорить вообще, какой он Адвайта, он Двайта, двойственный, потому что с виду он на себя одно как бы представляет, а на самом деле вот он сына моего вот на такие вещи как бы, ну то есть боль матери такая была. И Господь Чайтанья говорится, что когда он всем раздавал любовь, прему, он маме своей не дал эту прему, и преданные не могли понять, почему, как бы, ну, это ж, ну, мама Бога, представляете, он всем прему раздает, а ей говорит, ну, как бы, она оскорбила, говорит, преданного, но из-за того, что она оскорбила великого преданного, она не получит. Все-таки, как, ну, как, кого она оскорбила? Вот она Адвайту Ачарью оскорбила, сказала, что вот он не очень хороший человек. Все таки да ну как, ну не может такое быть. И они, в общем, пошли прям с ней к Адвайте Ачарье. Вот. И пришли к Адвайте Ачарье и сказали ему, вот Адвайте Ачарье, представляешь, ну, Господь всем раздает прему, а вот своей маме Шачидеве он не дает прему, потому что говорит, что она нанесла тебе оскорбление. И Адвайта Ачарья, он просто не мог слышать эти слова, он говорит, да как так, это, ну, мама самого Всевышнего, то есть как такое может быть, как она может нанести какое-то оскорбление, я вообще и слуга ее, и Махапрабху, и всех, как бы, это просто, ну, и, в общем, он начал ее прославлять, и впал в экстаз, и без сознания рухнул, короче. И преданные сказали, ну, все, вот есть сейчас возможность, стопы, Адвайта Ачарьи никак не защищены, надо просто взять пыль с его стоп, и это оскорбление, оно аннулируется. Вот, и, ну, матушка Шачи, она так и сделала, она, то есть, взяла пыль со стоп Адвайта Ачарьи, и, ну, так это оскорбление аннулировалось. То есть такие, ну, сокровенные вещи, конечно, но это очень интересно, как вот отношение преданных, какое оно трепетное. Ну, вот в Чайтанья Лилии особенно проявляется вот это, такое очень трепетное отношение преданных друг к другу. И, ну, вообще есть такой стих, знаете, в Шримад-Бхагаватам, что
Кришна Варнам, Твиша Кришнам, Сангопан Гаста Паршадам, вот это, что Господь Читания, да, он сам Кришна, его сопровождают спутники. То есть говорится, что он приходит, он проповедует движение Санкиртаны, что разумные люди принимают это движение, что его сопровождают спутники. То есть это всегда Господь никогда не бывает один. И Адвайта Ачарья, он, как мы сказали, уже был старше Махапрабху, то есть он и явился раньше его, и он также был духовно старше, потому что Адвайта Ачарья, он был учеником Мадхавендры Пури. Еще одним из учеников Мадхавендры Пури был Ишвара Пури, а мы знаем, что Ишвара Пури — это учитель Господа Читания. То есть, соответственно, Адвайта Ачарья был для Махапрабху как, ну, духовным братом, ну, его духовного учителя. И поэтому он всегда очень почитал Адвайту Ачарью. То есть он никогда не относился к нему как, ну, там, к равному. Он всегда его как старшего почитал. И тоже одна история на этот счет. Вчера, читая Чанда, вчера на пробу в лекции услышал. И Адвайта Ачарья, он всегда, вот он, ну, тяжело очень это переживал, потому что, ну, то есть... Ну, как сказать, сами боги, но сам бог, он приходит, да, как, ну, преданного, в роли преданного, да. И Адвайта Ачарья, он тоже не, ну, не вел себя как господин какой-то, он именно вел себя как преданный. Его очень угнетало это, что он никак не может милость Махапрабху получить, потому что Махапрабху очень всегда к нему с почтением, то есть, соответственно, как младший себя ставит, а Адвайта Ачарья как старший, соответственно, ну, от младшего же как мы... В таком случае милость какую-то получим. Очень тяжело, да? И Адвайта Ачарья, он всегда думал, как бы мне занять такое положение, чтобы все-таки милость Махапрабху получить. И ну, это удивительно просто, на что готов пойти был Адвайта Ачарья, чтобы получить милость Махапрабху. Он начал в узких кругах проповедовать Майаваду. Вот. И то есть, ну так, как бы не широко, потому что миссия-то была другой. Вот, и, ну, все равно в узких кругах он начал говорить, да как бы мы все боги, ну, хотя это так и было в его случае, но все равно. Вот, и до Махапрабху, ну, дошли слухи, что что-то случилось с Адвайта Ачарья, он начал Майаваду проповедовать. Махапрабху пришел в ярость просто, и он просто нашел Адвайту Ачарью, там, ну, был узкий круг тоже преданных, и... Это тяжело, конечно, представить, то есть Адвайта Ачарья, ну, на тот период было где-то, ну, может, лет 80 уже, и Махапрабху стал бить его, короче, за это. Он, ты говоришь, что мы все боги, стоит с Нитинандой Прабху там, он говорит, да, конечно, мы все боги. Ну, то есть это так и было, в принципе, но так или иначе, они все были в роли преданных, они считали себя богом, и Махапрабху, в общем, он... Говорится, побил Адвайту Ачарью, но Адвайта Ачарья, он был в полном экстазе от этого, что наконец-то он получил какую-то, ну, вот эту милость Махапрабху. Вообще, в общем, я вчера, когда слушаю, просто был в шоке сам от этих историй. И также Адвайта Ачарья, он, говорится, воплощение Сада Шивы. То есть Шива — это такая личность, которая тоже трансцендентна, но при этом всегда считает себя слугой и всегда нацелена на то, чтобы, ну, живые существа, которые не очень развиты духовно, они получали благо. Поэтому Господь Шива, он, мы знаем, да, из Шримад-Бхагаватам, он всегда являлся прибежищем для всяких духов, там, привидений, то есть живых существ, которые в очень низких формах жизни находятся. И Адвайта Ачарья, он... Одно из его имен — это Мангала. То есть мы знаем, что Шива значит «все благой», да, и слово вот «Мангала Арати», что значит, что оно благоприятное, то есть благое, да. Вот и одно из имен Адвайта Ачарьи именно было вот Мангала, это потому что он очень переживал еще до прихода Чайтанья Махапрабху, что очень, ну, много развито вот этих философий всяких майявады, имперсонализма, атеизм тоже как бы начинается в обществе. И он понял, что, ну, чтобы спасти всех этих людей, да, может быть, которые, ну, в невежестве находятся, не очень сильно не развиты духовным, да, шудры там, ну, перечисляются вот все эти категории, он начал молиться очень сильно о приходе Господа Чайтаньи. Поэтому Адвайта Ачарья — это именно тот, кто в своих глубоких молитвах, он именно призвал Господа Чайтанью на эту землю, потому что он не видел другого выхода, что если вот Махапрабху не придет,
и не распространит движение Санкиртаны, да, не освободит эти все падшие души, то ну просто нет другого пути. То есть его сердце, оно как бы было очень беспокойное, то есть он очень был сострадательный в этом плане и очень сильно молился. У него была Шилограмма Шива, говорится, он поклонялся ей тоже с такой верой как бы и звал Махапрабху, чтобы он пришел. И вот главное, да, что мы можем увидеть вот из всех этих историй, что сам Бог, да, говорится, что они приходят, да, вот сам Господь приходит и играет роль преданного, потому что в обществе уже даже тогда много было вот этих философий всех. То есть и так богов хватало, как бы, там особенно, ну, мы можем это увидеть до сих пор в Индии, да, что эти философии есть. То есть каждый думает, я и так, как бы, ну, я сам Бог. Ну, то есть не будем эту сильно тему развивать, но что понятно, это полная ерунда, потому что, ну, что это за боги такие, да, вообще, которые болеют, стареют, умирают, которые много чего не могут сделать. Вот, но так или иначе, то есть если бы они еще пришли и заявляли бы всем, что я Господь, очередная аватара какая-то, либо еще, это было, ну, не совсем. Поэтому они пошли по другому пути, они пришли и показали, как живет преданный. То есть какими качествами обладает преданный, какие у него ценности есть, да, чем он живет. И вот они подали такой пример все, потому что Нитинанда, да, он тоже, это Баларама, то есть тоже ну, сам Господь. И, соответственно, вот это вот настроение именно служения, да, служения вайшнавам, как бы поклонение Кришне, оно вот очень сильно культивируется. Вот именно вот в читании Чаритамриты, да, вот в читании Лили это прям, ну, основное такое настроение. И если вот даже о сегодняшнем стихе поговорить, да, чтобы мы прям так сильно не ушли, хотя все это связано так или иначе, вот мы видим, да, этот стих, Господь, Он дал благословение прачитам, да, на долгую жизнь, долгую, здоровую жизнь, счастливую жизнь во всех смыслах. И, соответственно, ну, вот если просто прочитать этот стих, можно подумать, ну, классно, то есть прачитам повезло, сам Господь пришел, дал им такие благословения, вообще наслаждаться, да, там, благами всеми разными. Вот бы мне кто-нибудь тоже пришел, да, вот такие благословения, было бы неплохо, да. То есть материальное сознание, оно может, ну, такие еще мысли накручивать. Но что делает Шрила Прабхупада в комментарии? Он комментирует, а потом в конце все это опять в настроение служения переводит. Опять. Он говорит, вот все эти вещи, которые достались прачитам, все эти благословения, они для того, чтобы они смогли заниматься преданным служением. То есть их здоровое там тело, да, физическая сила, которая им дана была, все это для того, чтобы они занимались служением. Это очень важный момент, потому что особенно в Кали-Югу жизнь очень короткая, очень. То есть она пролетит очень незаметно. И, соответственно, здесь говорится о том, что все, что у нас есть, по сути, мы должны занять в этом служении. Потому что пока тело может, да, там, как бы здоровое, молодое, это, ну, один момент, да, потом со временем человек, он, ну, начинает замечать, что какие-то вещи, которые ему давались более-менее просто, начинают ему все тяжелее даваться. Вот, и, соответственно, вроде понимание должно с возрастом вот эта разумность, мудрость приходить, а возможности уменьшаются, как бы. Поэтому также Шрила Прабхупада, он говорил, что вот идеальный вариант, конечно, с самого начала, с самого рождения, каумаром, он даже такое слово использовал, мы знаем, да, кумар. Кумар — это, может, меня кто-то поправит, ну вот возраст вообще такой, там 6, 7, 8 там, лет, возможно. И вот, в принципе, уже нормальный возраст для того, чтобы начать заниматься этим преданным служением. И тем более, если вдруг это не наша, да, не наша ситуация, когда не в этом возрасте все началось, преданное служение, а попозже, а иногда и гораздо попозже, то тем более времени на раскачку очень мало, крайне мало, поэтому это вот очень важное осознание, и если мы будем принимать прибежище, да, у Шрилы Прабхупады, слушая его лекции регулярно, читая его книги,
у нас есть шанс, реальный шанс оставаться в этом настроении всегда и осознании того, что а времени-то мало. Потому что Шрила Прабхупада постоянно об этом говорит. Вообще, можно сказать, любую лекцию, мы там это услышим. Вот это послание Шрила Прабхупада о том, что времени крайне мало. Нужно, ну, понятно, да, это не значит, что все от всего отреклись, да, и тоже потому что чревато определенными последствиями. Но вот есть реально санатана дхарма, да, вечная дхарма. И если уж мы ее не выполняем, то, ну, тогда впереди однозначно опять колесо самсары, опять рождение, опять болезни, опять старость, смерть, и так до бесконечности практически может все продолжаться. Харе Кришна, приятно, у нас осталось вот как раз какое-то время. Может быть, у кого-то есть вопросы? Да. Давайте прочитаем, потому что я тоже вообще об этом не думал, где события происходят. Продолжительность жизни, которую определил Прачитам Верховный Господь, исчисляется по шкале, принятой на высших планетах. Говорится, что 6 земных месяцев равны 12 часам на высших планетах. Месяц на этих планетах состоит из 30 таких дней, а год из 12 месяцев. Таким образом, Прачитам было позволено наслаждаться всеми возможными материальными благами в течение миллиона небесных лет. По милости Господа, Прачитам была дарована не только долгая жизнь, но и неубывающая телесная сила. Ну, а до конца не будет читать? Вот тут, в принципе, это идея. Ну, то есть, тут ясно, так и не сказано, где они. Просто вот это сравнение приводится, что вот на райских, если планетах столько, то по земным, да, исчислениям это вот столько. То есть, ну, я не знаю, я тоже не натыкался на то, что здесь прямо говорится, что это вот там-то, там-то. Тоже об этом как-то я вообще не думал. Ну, это, я бы сказал, это все равно тоже с каких-то вторичных вещей. Ну, если прям вот сильно охота все-таки понять, если это вопрос жизни и смерти, и так принципиально. Вот. Ну, я говорю, если мы посмотрим комментарии Шрилы Прабхупады, он так даже начинает вот с чего-то этого. Там земные это столько. И то он, ну, с какой-то целью, опять же, делает, показать в очередной раз, что, ну, у нас времени мало крайне. И все равно это потом так, хоп, в русло преданного служения куда-то. И вот обычно всегда вывод у Шрилы Прабхупады, он примерно уже понятен будет. И видно, что это вот его желание, суть показать какую-то. Mm-hmm. Может, еще вопросы? Может, кто-то знает об Адвайте Ачарье, еще какие-нибудь истории? Да, да. Ну да. Ну здесь, да, Шрила Прабхупада, он же как бы вот пишет, что по, ну то есть они по земным, да, годам, ну миллион лет было, да? То есть, может быть, он для этого даже эту аналогию приводит, что как бы по земным меркам им была дарована возможность очень долго жить. То есть, в связи с этим благословением, то есть, допустим, на высших планетах они бы такой продолжительностью жизни никого бы не удивили. Ну, там это и так есть. А тут он, может быть, тоже, да, неспроста на этом делает акцент, что очень ему, как бы, ну, долгая жизнь была дарована. Вот и сила, что, может быть, не так свойственно для, ну, как бы, планеты этого уровня. Может быть, поэтому. Про два это начали. Кто-нибудь знает еще что-нибудь? Интересно. Ладно, все тогда закончим. Грантараш Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Адвайта Ачарья Прабху Ки Джай, Нитай Гаур Премананды.
молиться в саду.